Вот это наша соя. Первый год посеяли на пробу, на семена. Сорт Prudence. Первая репродукция. Сеяли сеялкой воронежской с междурядьем 70. Сеяли в 4 прохода. Получилось вроде как на 35. На гектар у нас вышло приблизительно 500 тысяч. После сева внесли амбит, почвенный гербицид. Сейчас вот заехали, попробуем, как ротационная мотыга работает по сое. Но сходы, конечно, неравномерные. Ну, после дождей нормально. Сеяли 4 мая. Сегодня 25. Рыхлит отлично. Выдирать не видно, чтоб выдирало. Мелкий бурьян или загребает, или вырывает. На видео, наверное, разницы не видно. Видно чуть-чуть. Как-то так.